Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летней жительницы села Дерзикаксы Кахемского района в совершении преступления, предусмотренного по части мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. В ходе расследования уголовного дела выявлено, что обвиняемая похитила денежные средства несовершеннолетнего опекаемого на основании письменных решений, выданных специалистам местного органа опеки и попечительства в нарушение регламентированного действующим законодательством и ведомственным приказом порядка выдачи денежных средств со счетов несовершеннолетних граждан. Материалы в отношении специалиста органа опеки и попечительства выделены в отдельное производство. По версии следствия, постановлением Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва несовершеннолетний мальчик-сирота был устроен в приемную семью с проживанием в приемной семье обвиняемой, которая осуществляла свою деятельность на возмездной основе. Следствием установлено, что в период с февраля 2013 года по сентябрь 2016 года обвиняемая, воспользовавшись возникшими доверительными отношениями, похитила со сберегательного счета, принадлежащего несовершеннолетнему потерпевшему, денежные средства на сумму свыше 500 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила материальный ущерб несовершеннолетнему потерпевшему в значительном размере.